Друзья, всем привет-привет! Вы на канале «Вяжем с дочкой». Сегодня уже у нас 21 октября, и я опоздала. Вовремя не сняла отчет по совместному проекту «Новогодний беспредел», который организовали мы с Галей. Канал у нее «Вязание на перемене». Все почему? Потому что у меня ребенок, средний ребенок, студент забрал ноутбук, уехал на занятия и приедет только завтра, в субботу. То есть большое видео я снять сейчас не смогу. Но особо и показывать нечего. И самое главное, что мне будет тяжело монтировать на телефоне. Если кто следит за нашим каналом, то иногда у меня проскакивают такие видео, в которых качество, ну, мягко скажем, вообще не очень. Потому что, значит, эти видео я монтирую на телефоне, и там памяти у меня нет, мне приходится жертвовать качеством. То есть я кадры уменьшаю, количество кадров, или расширение картинки, или еще там что-то. В общем, качество страдает, и мне не хочется даже такое видео самой смотреть и выпускать его на канал. Все тянуло, тянуло, но все-таки решила снять сейчас небольшое видео, попробую его быстренько смонтировать и выложить, показать вам свой отчет. Значит, что, почему показывать нечего? Потому что вот в последний момент набрала резинку для новогодних носков для Лены. Новогодние, потому что в цветах новогодних, красный, белый, и будут они у меня жаккардом связаны. Это будут у нас носки Family Look. Одни носочки у меня уже связаны для меня. Для Лены должна связать. И еще для собачки, для нашего дружка, я должна связать какой-то свитерок, чтобы вместе с ним поучаствовать в фотосессии. Не знаю, получится у нас это или нет. И второй процесс, который я вязала, и вот даже сегодня утром я его вязала, продолжала. Я прямо, как говорят, залипла на него. Значит, начала вязать я тюль, но в процессе сейчас вязания понимаю, что, возможно, этот тюль у меня перерастет, скорее всего, в плед. Значит, почему вот скатерть эту положила? Потому что я вяжу таким же рисунком. У меня будут снеговички и елочки на этом тюле. Вяжу я из другой пряжи. Это хлопок тоненький, 1800 метров на 100 грамм, и вяжу я в две нити. Так, значит, эту схему показывать не буду. Набрала, не помню, 280, что ли, петель. Просто по своему окну померила, чтобы ширины мне хватало. Я набрала просто петли. Связала тут вот, если покажу, видно будет или нет. Просто связала какими-то тут шашечками. Потом два ряда связала пустыми клеточками. В технике филейное вязание это называется. И сейчас уже три ряда я вяжу рисунком. Это будут у меня снеговички и елочки. И начала вот я их вязать снизу. Если скатерть была вот от центра, от верха вязана, то здесь тюль я уже вяжу снизу. Вот они у меня по низу будут, вот эти елочки и снеговички. А вверху я буду уже вязать снежинки. Тоже уже нашла в интернете схему. Сейчас вот с рисунком вязать более интереснее и быстрее получается. Но как бы вот на один ряд у меня уходит один час. Не знаю, наверное, я вяжу медленно, на других вязальщиц смотрю, у них прямо хорошо быстро получается. Ну, уже как получится. Успею или нет до конца этого проекта связать этот тюль, я не знаю, но главное начать. Вяжу крючком 1,25 кловер, и продвижения небольшие, но главное, что говорится, вязаться в драку. А там уже разберемся. Так, девчонки, всем желаю успехов, связать или исполнить все задуманное, что вы хотите исполнить в этом совместном проекте, чтобы к Новому году у вас появились какие-то интересные подарочки или себе какие-то подарки.
вы сделаете. Всем желаю мирного неба над головой, здоровья. Всем пока-пока.